Итак, сегодня у нас пятница уже. Сегодня выпускной у 11 классников будет. Ну и сегодня же решил тут немного погулять, поснимать тут, потому что... Что у меня с тобой? Как бы на пляж, на Нагато поедем. Так что, ребят, в принципе... Классненько тут. Погода сегодня у нас. Ну, детишка, площадочка хорошая такая, большая. Тут белки есть, мне говорили. Но я их ни разу не видел. И не знаю, есть ли они тут или нет. Но вроде как есть, а там... Это как бы областной центр культуры тут у нас тут. Вон там он сзади. А впереди у нас идет больница Липецкая, городская. Точнее. Ну и ровно 12 лет назад я закончил школу. Капец вообще. Дурочки, да? Ногами снимаю. Дело в том, что 12 лет назад я закончил школу, вообще капец полетел. Время так быстро, ребят, я не заметил, если эти 12 лет. Ну все, прям пролетели как пуля, как будто, ну, хрюшком раз и все. Скамейки есть, урны. И ну, тут типа как мини-парк, можно так сказать. Да, красиво, конечно. Но... Вот такие вот аллеи есть. Потом... Вот так вот вдоль идут. Ну, короче говоря, вот такие вот дела. Красота. Сегодня у нас пятница. Да, ребят. Сегодня выходные. Вот только-только начинается у нас жара. Как бы сказать, жарище. Вон там такие есть. Аллея такая длинная. Надо туда пройти будет. Тут тенек прям какой-то. Хотя можно было бы назад пойти, но... Тут ладно, пойдем прямо. А давай. Пойдем так вот. Да, людей тут немало. Скоро гуляют, тут есть для собак выволка. Да, наверное, так поем. Погуляем. Для дрессировки собак даже есть.
площадочка. Ну, как бы это положено. Нормально. Ну, сейчас даже обойдем эту площадку. Ну, тут, правда, никаких собак нет. Да, не могу. Можно даже обойти. А потом вон туда. Специальная тренировка собак. Да еще кто собак. Но так как у нас, хотя тут я не видел, когда гулял был, но все бы. Не было, я ни разу не видел. Не знаю, может кто-то тут живет, тут видит, что собаки тут тренируются там. Да и широко выполняют и так далее. Ну вот такая вот площадочка. Сейчас вокруг пойдем. И пойдем потом домой. Завтра на пляж поеду, наверное, может на рыбалку, не знаю, пока подумаю еще, куда поехать. Потому что выходные, скоро отпуск. Скоро отпуск, ребята. Отпуск не за горами, как говорится. Ну, мы вот и гуляли, в принципе. Жена выгула собак, вот это как раз я говорю, в принципе. Ну и вот такая вот аллея. Ну тут типа как сквер. Ну больше похож на парк. Ну, палком, конечно, это не нагаешь, но все равно, как бы, детские площадочки есть. Раз, два, по-моему, три площадки, что ли, или две. Две, скорее всего, а там нет. Нет, тут две площадки, детские, плюс кафе как, или ресторан какой-то стоит. Насколько мне известно. Ну, вот такие вот дела. Это мини-влог, типа того, прогулка. По окрестностям. Сквера. Забыл по имени, по-моему. Эй, забыл я. Сквер, как называется. Ну, а мы идем обратно на остановочку. Чтобы поехать домой потом. Да, вот такие вот аллеи. Траву косили были немного так. Ну и то. Не, ну тут классно вообще. Нет, все-таки три площадки. Или две. По-моему, две, скорее всего. А, два. Ну да, две. Всего две площадки. Девка. И три. Там нет площадок. Только там. И все. Ну да, получается две площадочки небольших. Детских. Но они хорошие. Одна из левая, другая пластик. Ну, наполовину пластик. Качели есть. Сейчас бы на пляж, но наверное, вода будет холодная еще, ребят. Вода будет холодненькая. Надо подождать немножко. Вот уже
субботу поедем. Либо на пляж, либо на рыбалку, пока я не знаю. То есть, ну, посмотрим, какая тогда погода будет. Ну, это вроде как 28 или 27. Ну, короче, тепло будет, жара. На солнышке сейчас где-то в районе 28 градусов. В тени 25. Или даже 23. Мне 25 будет максимально. Значит, на солнце будет 30-32 где-то вот так вот, плюс-минус, потому что все же облачно. И все дела. Не, и ветерок немного есть, небольшой. Тут, видимо, какие-то концерты идут сейчас. Ну, мероприятия в областном центре культуры. Ну, а мы все-таки вернулись обратно. Так что всем хорошего дня. Отличного настроения. Всем удачи. И всем пока-пока. До следующего видео и эфира. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Дальше еще интереснее будет. Всем пока-пока.